Как одним словом можно описать характер каждого знака зодиака? Для каждого из знаков есть определенное универсальное описание. На этот раз мы не просто дадим описание, но также привяжем его к тому слову, которое лучше всего олицетворяет характер того или иного человека по знаку зодиака. Итак, давайте начнем. Овен – сильный. Овны действительно сильные личности, причем не только физически, но и морально. Они крайне активны и мотивированные. Если им что-то нужно, они свернут горы ради достижения цели. Это очень важная черта характера, которая отличает их от всех остальных. Телец – уверенный. Телец уверенный в себе и в своих силах знак зодиака. А люди, рожденные под этими звездами, прекрасно знают, чего хотят от жизни. Это помогает им двигаться к целям семимильными шагами, обгоняя всех конкурентов. Близнецы – яркий. А рожденным под управлением знака близнецов покровительствует Меркурий и стихия воздуха. Это сочетание делает их невероятно привлекательными и необычными персонами. Этих людей очень сложно спутать с серой массой, ведь они разительно выделяются на ее фоне. Рак – чуткий, заботливый. Раки очень любят заботиться о своих родственниках и лучших друзьях. Они очень заботливы, причем порой их желание заботиться о близких переходит все границы. Они очень любят тех, кто им дорог, вы вряд ли найдете кого-то более чуткого. Лев – свободный. Львы ценят больше всего свою свободу. Им не нравится, когда кто-то указывает им, что и как нужно делать. Они хотят жить так, как им подсказывает сердце. За это они готовы пожертвовать и деньгами, и временем, и энергией, и силами. Дева – мудрый. Девы отлично разбираются в людях, имеют сильную эмпатию и проницательность. Они всегда очень осторожно подходят к принятию важных решений в жизни и к решению дилемм. Порой складывается такое ощущение, что девы проживали уже много жизней на этой планете. Весы – щедрый. Весы – самые щедрые мужчины и женщины на Земле. Их поведение продиктовано стихией воздуха и соединенной с Венерой. Весы обожают делать добро другим, за что часто получают доброту в подарок от судьбы в ответ. Это светлые личности с богатым внутренним миром. Скорпион – таинственный. Скорпионы – скрытные люди с очень необычной энергетикой. Они вызывают у окружающих очень смешанные чувства, но после общения с ними уже сложно выбросить их из головы. Понять скорпионов сложно, но именно это в них привлекает больше всего. Стрелец – харизматичный. Практически любой стрелец создает о себе наилучшее впечатление у окружающих людей. Они красиво говорят, смешно шутят, а их ум очень необычен. Они многое знают и умеют находить практическое применение своим знаниям. Окружающие тянутся к ним и восхищаются ими. Козерог – стойкий. Козероги обладают нерушимой уверенностью в себе, и их крайне сложно заставить отойти от выбранного жизненного пути. Они следуют своей истине, своему стилю и своим убеждениям. Их практически невозможно ломать ментально. Они меньше устают, чем другие люди, хоть и работают больше. А водолей – бунтарь. И мужчины, и женщины этого знака являются бунтарями. Они идут против системы и пытаются докопаться до истины. Довольно часто они не прислушиваются к мнению окружающих людей вовсе, что иногда выходит им боком, но большинство их друзей, родственников и коллег их уважает. Рыбы – романтичный. Рыбы – мечтатели и романтики. Это дает им особое преимущество над остальными людьми в плане творческой реализации. Они очень хорошо знают, что, почему и для чего. Они очень хорошо это чувствуют. Рыбы часто расстраиваются по мелочам, но всегда видят мир в приятных красках. А мы надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.